Одном из столичных заведений к работе приступил первый в городе робот-официант. Самостоятельно передвигаясь по залу, он с легкостью лавирует между столиками, подавая заказы гостям. Разработали необычного помощника представители одной из китайских компаний. Модель называется Bella Bot. В свободное время робот спит у касс. По команде администратора зала электронный официант забирает с кухни готовые блюда. На сенсорном экране сотрудники указывают номер столика. Путь задан, и официант торопливо держит курс к месту назначения. Он развлекает, дети очень радуются. Не может, конечно же, полностью заменить официанта. Может поздравить с днем рождения. Есть режим, чтобы сопровождать гостя, встречать его и сопровождать до столика. Это прекрасная идея. Когда робот-официант приезжает к нам, настроение поднимается. Чувствуешь себя как-то иначе, по-особенному. Данная инновационная разработка добавляет изюминку заведению. Отличная инновация нам пришлась по душе. Я видел подобного официанта в других странах. Рад, что все мы шагаем в ногу со временем. Пульт управления роботу не нужен. Передвигается он по четко заданному маршруту, ориентируясь на специальные наклейки, которые обозначены на потолке. Bella-Bot самостоятельно едет на подзарядку. В случае необходимости предварительно повестив об этом оператора.